Когда я еще только выпускалась и была, по сути, ребенком, конечно, у меня был юношеский максимализм, но и, безусловно, у меня были кумиры, точнее, кумир один. Это был Рудольф Нуреев. И, наверное, пример его жизни, такой вот спонтанный человек, вспыльчивый, который на все имел свое мнение и часто грубил, пренебрегал там мнением окружающих, но тем самым он двигался вперед и знал точно, что ему одному нужен, да, такой хороший в этом смысле эгоизм. Наверное, это же руководило и мной. Я выбрала себе такой путь, что меньше всего я буду думать о том, что обо мне думают. И, несмотря на мою юность, я четко понимала, чего я хочу. Я настолько вот спокойна во всех отношениях, у меня есть дочки, я пережила эти травмы, я 3 года восстанавливалась, то есть я уже танцевала через 6 месяцев после травмы, но 3 года заняло вот полное психологическое, так скажем, восстановление, чтобы я забыла об этой травме. И вот пройдя все это, сейчас я рада просто танцевать. Для меня вот как бы радость — это выйти на сцену и подарить вот эти мгновения зрителю и самой себе их подарить, потому что я счастлива. Настал такой этап наслаждения собственным местом в этом виде искусства. В идеале я бы, конечно, хотела, чтобы у меня никогда не было промахов, и я всегда была на высоте, всегда была идеальной. Это то, к чему я стремлюсь. Но ни один человек не может гарантировать самому себе, что он будет всегда идеален. В современном мире все так быстро меняется, что вот ты можешь быть очень нужен, а через какое-то время ты можешь быть совершенно не нужен. И главное, чтобы для самого тебя это не стало трагедией. И если я не могу изменить ситуацию, я изменяю свое отношение к ней. Профессия осталась для меня очень важным местом в моей жизни, но что изменили дети? Они изменили мое отношение к профессии. Я все так же репетирую, я оставляю детей, я вынуждена это делать, потому что иначе это было бы невозможно. Просто если ты совсем посвящаешь себя детям, то тут нет места балету профессиональному, да, если ты прима-балерина. Надо понимать, что ты делаешь выбор. Я больше не связываю себя только с балетом, как это было раньше, до рождения девочек, когда любая травма, болезнь, простуда ассоциировались с мыслью: я же больше ничего не могу, и вот если завтра балет исчезнет, исчезну я. Я не исчезну.